Хуба, привет, с вами доктор Влад. У нас плюс 15 градусов. Хорошо. А в выборах у нас, ребята, день сурка. Джо Байден 264, Дональд Трамп 214. И ничегошеньки не меняется. Как был, так и есть. Оставалось тут посчитать. Кто это у меня тут? Невада. Невада. 87% подсчитано. В Джорджии как застряла на 99, так и застряла. Вроде бы там пересчитывают. Вот. Ну и, в общем, пока ничего не ясно, ребята. Ничего не ясно, но зато сегодня день 7 ноября, красный день календаря. Вот так, ребята. 18 лет эта дата перестала отмечаться в России. Ничего пельмень, а я думал, отмечают. Но в памяти тех, кому исполнилось хотя бы 30, этот день всегда будет ассоциироваться с днем А Октябрьской революции в СССР был главный государственный праздник. Да, действительно, был праздник, я вас поздравляю. Так, хорошо, что у нас тут еще? В России прогнозируется дальнейший рост заболеваемости. Гангрена, гангрена, все равно отрежут ногу. Так, что тут еще? Москва в выходные получит партию спутника. Это хорошая партия для массовой вакцинации. Ну, хорошо. Получат. Пелоси заявила о скором президентстве Байдена. Мне тут кто-то сказал, мелькало, да, мелькало в интернете, что если ни Байден, ни Трамп, то Пелоси крепко возьмет в свои руки исполняющий обязанности президента будет. Фигня какая-то уже, да? Уже какая-то фигня. Так, Ефремов отправился из СИЗО в колонию. Ну вот, а говорили, что он будет это в обозе. Не, в колонию, все. Отправили. Куда? Куда? Что-то не пишут. Ну, в общем, туда. Ладно, хорошо. Джонни Депп отказался сниматься в «Фантастических тварях 3». Американский актер Джонни Депп отказался исполнять роль злого волшебника в третьей части фильма «Фантастические твари, где они обитают». Это в Кремле, что ли, снимают, нет? В своем инстаграм актер объяснил, бла-бла-бла. Ну, не будет, короче, да, все. Так, ситуацию нельзя назвать стабильной. Зам мэра Москвы заявила о тренде в распространении коронавируса 19. А Песков вчера говорил стабильно, а она уже Ракова. Анастасия Ракова, да, нельзя назвать стабильной. Да, хорошо. А почему нельзя? Стабильно катится Россия. В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом. Это что-то для Москвы много, да? А перед этим было 69. Да. Так, Бабкина выразила соболезнования в связи со смертью Жванецкого. Жванецкий в гробу перевернулся от Бабкина, от этой. К чертовой матери. Еще какая-то Бабкина. Она тошная, ребята. Она визгливая. Ладно, хорошо. Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в стационарах. Ну и сколько, сколько? 650 тысяч человек. Это по Москве? Или где? Или где? В стационарах, короче. 650 тысяч и 250 тысяч на стационарном, 650 на амбулаторном. Ну, в общем, как-то так. Ну, ладно. Много. Так. Что у меня тут? В Джорджии пересчитают голоса на выборах. Ну и хорошо. Ну, пересчитывайте, ребят, пересчитывайте. Скучен день до вечера, коли делать нечего. В Москве произошло ДТП с машиной вице-премьера. Вице-премьер Овертюк пострадал в результате ДТП в Москве. Ну и что с ним? Да, ну, что-то здесь ничего нету. Ну-ка еще посмотрим. Так, вот Russia Today, ага. На Кутузовском проспекте госпитализирован. Нифига себе. И Лента.ру. А причина аварии. Причина аварии. Автомобиль Таврия, ну иномарка, да, выехала на разделительную полосу и ударила в машину, а Верчука оторвала заднее колесо. Ну, какая крепкая Таврия. Ну, все живы, ребята. Все живы, хорошо. Турист использовал гейзеры не по назначению и возмутил окружающих. Гейзеры не по назначению.
Так, и что он хотел, что он хотел, так, ага. Посетитель пронес на территорию холщовый мешок с парой куриных тушек и хотел приготовить их на горячем источнике. В свою очередь, остальные участники группы держали в руках посуду, ждали, да, о, его задержали, приговорили к 2 годам условно. И $600 штраф. Вот это да, интересно. А чё такого? А чё такого? Как в России говорят, а чё такого? Роспотребнадзор посоветовал россиянам провести новогодние праздники дома. Дома в кругу семьи. Правильно. Я согласен. Но это все из-за коронавируса. Евросоюз таки ввел санкции против Лукашенко. Вот Лукашенко и вот ему санкции вводят, вводят. Ввели, да, все. И другие лица. Убийство в школе ждало 14 лет. Ну, интересный случай какой. В Россию экстрадирован обвиняемый в расправе над одноклассником. Будучи школьником, убил ножом своего одноклассника, затем сбежал, его искали. И вот 14 лет прошло, и его все-таки нашли в Польше. А случилось это, вот он зарезал-то в московской школе. Да, поймали. Офигеть, 14 лет. Так, а это что такое? А, это, смотрите, стоило правозащитнице рассказать, что в СИЗО «Водник номер 5» есть договоренность, и Михаил Ефремов по собственному желанию останется в хозотряде отвечать за культурную деятельность, жить в комнате сразу же началось. По какому праву, с каких пор заключенный решает сам сунуть его подальше, и бах, да, его сунули подальше, ребята. Вот молчать надо было помалкивать. Ну и засунули его. Да, отвезут, отвезут. Ладно. Стюардесса рассказала о ставящих в неловкое положение вопросах пассажиров. Такая стюардесса блондинка, блондинка. И чё? Ага. Часто спрашивают вопрос, терминал, в который прилетает самолет. Да, говорит, когда приземлимся, тогда и скажем, откуда же мы знаем, пока летим. Ну да, это правильно. Также бортпроводница признала, что не всегда сможет ответить, какой сегодня день недели. Это какая-то очень странная бортпроводница. Ну, спросите меня, я отвечу, сегодня понедельник. Так, так, так. Кроме того, по словам сотрудницы авиакомпании, стюардесса, как правило, не представляет, на какой высоте летит лайнер и какое море он пролетает. Мы даже не смотрим в иллюминаторы. Ой, 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 такая блондинка. Фигня какая-то. Джозеф Байден через несколько часов выступит с обращением к нации. Это вчера было. И сразу Джо Байден выступил с обращением к нации. И что он сказал? Его штаб пока не готов объявить об окончательной победе на выборах. Ну да. Это что, это надо было выступать, что ли? Да ну и так ясно. Ладно. Едем дальше. В Италии зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом, ребята. Ох. Итальянцы, итальянцы. Чего же вы так? Много, да. Ай-ай. Россиянин рассказал об обмане продавцов вина в Абхазии. В Абхазии. Дают тебе, значит, винца попробовать, да, а потом бутылку продают уже с бормотухой. Да, вот смотри, что-то на Абхазию начали гнать, а? Тенденция какая-то, да, вот вы заметили, на Абхазию, что? В чем абхазы виноваты-то? Ну, бывают жулики, они везде бывают. Так, российские коммунисты впервые отказались от праздничных шествий в честь годовщины Великой Октябрьской революции. Сложная педобстановка. Ну, ну, правильно, конечно. Смертность от коронавируса в России в сентябре выросла на четверть сентября. А сейчас ноябрь. Чего-то они вот какие-то запоздалые данные-то. В Калугу идут морозы, выскочила. В Калуге будет холодно. До -2 ночью, ночью. Так, когда не говорят. Штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выдворением из Белого дома. Но он говорил, что я не уйду, и мы выиграли уже. Он еще позавчера говорил, что он выиграл. Да, Трамп заявил, что не признает поражение, даже если Байден одержит на выборах победу. Это странно. Это странно слышать от президента. Так.
Ну и Твиттер. Хорошо, когда через 4 года можно вышвырнуть из власти циничного, эгоистичного лжеца и мошенника. А когда это не получается уже 20 лет, плохо. А его никто, этого, который 20 лет, его никто не собирается. Ой, Владимир Буков появился. Его никто не собирается оттуда выкидывать. Наоборот, все молятся на Путина. Ты что, мужик, зря ты. Фейк Дмитрия Пескова. Законопроект о неприкосновенности бывшего президента – практика многих стран мира. Это он сказал, да? Этими «многими» в кавычках странами оказались 4 из почти 200. Казахстан, Руанда, Таджикистан и Экваториальная Гвинея. А, ну еще Россия, вот Путин, да, неприкосновенен. Так, в России заканчиваются алмазы, ребята. Вот это да. Комментарии: кимберлитовую трубку скурили. Главное, что Путин не заканчивается. Да, черт возьми. Так, что тут еще? А, в ближайшие дни вы увидите шквал постов на русском и английском, заявляющих о фальсификации выборов в США. Пригожинская ботафабрика запущена на полные обороты. Трамп и Путин согласовали стратегию подрыв доверия к выборам. Я забанил уже десяток таких активистов, баньте и вы. Да, тоже вот тут у меня появлялись. Ну, я их это сразу бах и все. Так, и, ребята, у нашей Елены аж 2 стихотворения. «Мои мысли 30, спасибо Господи, и «Мои мысли 31, я делюсь с тобой». Посмотрите, и пока-пока, до свидания. С вами доктор Влад. Спасибо Господи за то, что я дышу. Смотрю на мир и слышу пенье птиц. И по земле на двух ногах хожу. Могу дотронуться руками милых лиц. Благодарю за солнечный рассвет, за дождь и снег, за звезды и луну. Благодарю, что ты хранишь меня от бед. Спасибо, Господи, за то, что я живу. Я делюсь с тобой весной, солнце лучиком искристым, яркой радугой цветной, что повисла коромыслом. Осенью делюсь с тобой золотистым листопадом и поляною грибной, спелым яблоневым садом. Летом я с тобой делюсь море синего волнами. Пусть разгонят боль и грусть чайки белыми крылами. Я делюсь с тобой зимой и пушистым белым снегом, и метелью затяжной, и диваном с мягким пледом. Я делюсь с тобой теплом и дарю частичку счастья. В сердце пусть войдет твое, чтоб навеки в нем остаться. И желаю от души достижений уникальных, божественной любви и улыбок лучезарных.